Всем привет, дорогие друзья! С вами я тут, и в прошлых видео вы видели, как мы с вами завели двух акул разного вида. Это у нас получается рыба-пила и большая белая акула. Как вы помните, я решил собрать всех акул, которые вы можете встретить в мире Лего. И поэтому сегодня у нас с вами будет наборчик. Номер набора 60263, который включает в себя еще один вид акул. И называется этот набор мини-подводная лодка, ну либо, как я его называю, батискаф. Тоже я очень давно хотел приобрести подводную лодку. Вариантов есть много, это самый дешевый вариант, порядка там 400 рублей стоит. И, друзья, что я хочу сказать, меня она достаточно сильно удивило, но об этом чуть попозже. Набор, кстати, 4+, достаточно легкий для сборки, но все равно есть что пособирать. Давайте смотреть, что внутри. Внутри у нас почти ничего нет. Ну, кроме самих запчастей. Такой вот есть у нас типа талончик для билетика. Kids Go Free. И есть инструкция. Одна книжечка маленькая. Здесь у нас вот все детали есть фактически, которые в комплекте. В общем, особо сильно ничего нету. Экстраординарно. Да, деталек здесь, конечно, маловато. Но что хотели, набор 4+. Первое, что у нас идет, это вот такой вот риф. Ну, я не знаю как. Кусочек дна, где у нас растет какое-то подводное растение. И здесь у нас есть с вами сундучок. В сундучке, друзья, у нас есть сокровища всякие разные. Ну, пучки падают с сокровищами, да, по-моему, это все логично. Вот такой вот сундучелка. Во-вторых, у нас есть вот такая вот замечательная рыба-молот, что тоже является акулой. И она довершает нашу коллекцию из наших остальных акул. Кстати, обратите внимание, что другие акулы немножко другого цвета. То есть они все такие разные. Хоть у них вот эта вот основная часть одинаковая, да, то есть они все отличаются только, ну, фактически вот этими мордочками, да, вставными частями. Но цветом тоже они отличаются. Вот у нас получается, наконец-то, три друга, три акуленка собрались. Белая акула, рыба-молот и рыба-пила. По-моему, шикардосненько. Моя мечта сбылась. Буду теперь придумывать, кого еще можно будет пособирать для морских наших прогул. Дальше у нас идет наш вот такой вот работник, который будет в нашем батискафе плавать. Ну, здесь у него всякие подтяжки, всякие защитные приспособления. Такого прям супер-пупер ничего нет. Кепка. Голова у него односторонняя, как вы видите. Ну, в общем, работник как работник, фигурка как фигурка. Ничего сложного. И в финале у нас идет сам вот этот вот, то, что разработчики называют этого набора мини-подводной лодкой, то, что я называю батискафом. Такой он прикольненький, на мой взгляд. Здесь у него есть две руки манипулятора, которые могут там что-то захватывать как-то. Хотя как они могут что-то захватывать, я, честно говоря, плохо представляю. Ну да ладно, я их вот таким вот образом убираю, чтобы не мешались они, потому что когда они в рабочем положении, они достаточно много места занимают. Есть у нас вот такой вот купол. Да, он здесь, как вы видите, сегментированно открывается. И сюда мы можем посадить работника этой подводной лодки. Капитана, или я не знаю, как бы вы его назвали, напишите. Закрываем. И вот такой вот он получается. На самом деле, кажется, что она большая. Но если ее сравнить с чем-нибудь, ну, с каким-нибудь другим, там, не знаю, автомобилем каким-нибудь. Что у меня тут есть? Вот полицейский автомобиль, пожалуйста. Она не такая уж и большая. Ну, в общем. Да, то есть, в общем, достаточно миниатюрно смотрится.
Просто на больших фотографиях и прочем кажется, что вот она такая огромная. Ну, нет, на самом деле она не очень огромная, достаточно миниатюрная, много места у вас занимать не будет, но будет таким достаточно интересным вливанием в вашу коллекцию. Хотя есть подводная лодка подороже, там где-то она 1000-1500, наверное, стоит, может быть, чуть подешевле. Там она, конечно, поинтереснее, там есть рыба такая прикольная, светящаяся. Вот, с фонариком спереди, забыл, как она называется, кто помнит, пишите. Вот, возможно, я ее, конечно, тоже приобрету, потому что там, конечно, подводная лодка поинтереснее смотреть, чем это. Здесь какой-то, видите, Карлсон с двумя пропеллерами. А там, конечно, побольше функционала всякого и прочее. Ну, в общем-то, весь набор, да, то есть у нас есть рыбопила, сундук, работник и непосредственно сама так называемая желтая подводная лодка, ну, либо батискаф, как называю его я. Всем большое спасибо за просмотр, приходите еще, будет много всего интересного.